Значит, вот это устройство очень качественное, хорошее устройство. Это USB флешка. Сейчас я новую открываю. Она дизайн и разработка США. Сейчас все делают в Китае в основном, дешевку всякую поганую. Значит, эта флешка, она защищена от ударов, она защищена от воды, и она защищена паролем. Сейчас я покажу, как выглядит первое включение. Вставляем в USB, в любой. Она работает как под Windows, так и под macOS и Linux Unix. То, что нам нужно. Значит, вот это первое включение. Сейчас он вот эту показывает штучку. Так, отодвинь чуть-чуть. Значит, языки здесь у нас есть из таких нужных: французский, немецкий, испанский, это какие-то азиатские языки. Так, ну вот сейчас идет уже включение паролей. Она новая, я пароль устанавливать не буду, я сейчас покажу другую флешку, которая с паролем. Так, эту мы кладем сюда. Так, значит, секундочку, ты чуть подальше, да. Вот эта вот штука, Read Only Mode, ее можно выставить потом при включении. Значит, если мы ее нажмем, то, соответственно, все документы, которые нам откроются после верного введения пароля, они будут только в режиме чтения. Модифицировать их нельзя будет. Ни пользователю, ни каким-либо вредоносным скриптам, ни никому-либо другому. Значит, соответственно, если флеш, если сюда вводится неверно 10 раз пароль, то она уничтожается. Уничтожается, больше нельзя ее вскрывать, бесполезно с ней работать, то есть данные уже... С ними нельзя работать, нельзя их восстанавливать, она только на выброс. Так, ну здесь уже установил я два браузера, это для Windows, также есть браузер, установленный для Apple, но это нам не нужно, когда она девственная, она пустая открывается. Значит, теперь вот у нас открылась область. В Windows у нас открылась область памяти, куда мы можем, соответственно, помещать какие-то файлы, которые будут доступны, подальше сделай спокойно, на расстоянии, которые будут доступны только нам. Значит, создавать здесь можно папку там какую-нибудь, файл переносить, все что угодно. Естественно, это для наших нужд, что под Linux тоже работает. Так, значит, пару возможностей еще ее покажу. Вот здесь вот, соответственно, можно изменить пароль. Здесь есть опция автолокера. Чуть-чуть подальше. Да. Опция автолокера. То есть, если мы ее задействуем, по дефолту она не активирована. То можно 5, 15, 30, 60, 120, 180 минут, она будет автоматически
блокировку вставить. То есть нужно будет вводить опять пароль. Так. Что здесь еще интересного есть? Лог я убираю. Secure backup нам не интересен. Так. Да, вот эта вот штучка, значит, reset the device instead of self-destructing. Она по дефолту не включена, ее можно активировать. В этом случае вместо самоуничтожения через 10 неверно введенных паролей, которые по дефолту у этой флешки, то есть если 10 раз вы либо кто-либо другой вводит неверно пароль, она самоуничтожается. Если включить вот эту галочку, то будет просто reset вместо self-destructing, вместо самоуничтожение. Соответственно, она не будет уничтожена, она придет в заводское состояние, ее можно будет опять вновь использовать. Но это на тот случай, если нет какой-то сверх конфиденциальной информации и не хочется терять флеш, которая не такая дешевая. Так. Ну, собственно говоря, все на этом.